В пятницу проездом в Иванове побывал министр Республики Абхазия по чрезвычайным ситуациям. Пользуясь случаем, гость посетил Ивановский институт противопожарной службы. Ознакомившись с автоматизированной подготовительной базой учебного заведения, министр и сам сел за руль виртуального катера-тренажера. Этот визит главы министерства Абхазии был неофициальным. Но в следующий раз, совсем скоро, пообещал гость, он вернется сюда планово, чтобы договориться о сотрудничестве с руководством института. В принципе, остался доволен, его очень заинтересовал наш институт. И, по его словам, он будет планировать именно официальный приезд, официальной делегации для решения именно уже организационных вопросов, возможно, даже и по обучению представителей Республики Абхазия в нашем институте.